Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. И у меня такой мини-экспресс-обзор моего заказа по 12-му каталогу. Вот она у меня, коробочка с логотипом Oriflame. Все, что я купила, все, что я заказала по 12-му каталогу. Давайте посмотрим. Он будет, в принципе, небольшой. И обзор получается такой с задержкой, то есть на первой неделе, когда я обычно делаю заказ, получилось так, что не было бумажного каталога следующего периода. Я очень люблю электронный каталог, который сейчас есть в Oriflame. Но если есть выбор взять бумажный каталог и электронный, конечно же, я возьму бумажный каталог, потому что для меня бумажный каталог – это отдельная любовь, это отдельный такой вот релакс, когда его можно полистать, детально посмотреть. Это лучше. Для меня это лучше, чем электронный. То есть в электронном там свои преимущества. Там не нужно код вводить в заказ. Листаешь на продукте, там появляется такой вот, ну, как кругляшочек нажимаешь, и можно сразу автоматически заказать, бросить в корзину. Да, это очень удобно, очень хорошо. Но я люблю, когда бумажные каталоги есть следующего периода, их полистать, посмотреть, в общем, порелаксировать, пополучать удовольствие от бумажного каталога. Все-таки это, знаете, новый, глянцевый журнал, полиграфией пахнет, но это совсем другое. Вот кто привык вообще к бумажному, ко всему, бумажные книги, бумажный каталог, тот, как говорится, меня поймет. Поэтому я ждала, когда придет 13-й каталог. Он был с задержкой, причем с большой задержкой. Доставка была этого каталога. Поэтому я ждала, не делала, не размещала заказ. Но когда он только появился, я, конечно же, быстренько сформировала. И вот он пришел, долгожданный заказ и долгожданный каталог. Поэтому посмотрим сейчас быстренько. Все, что я купила, думаю, что по-быстренькому. Вот по этому 12-му каталогу, что я здесь взяла. Во-первых, там была акция. Кто помнит, в двух каталогах нужно было сделать по 50 баллов. И вот в 11-м 50, в 12-м 50. И здесь же заказываешь коврики для ванны. Интересная акция была, и давайте посмотрим. Я их еще не открывала. То есть вот у меня как пришел заказ, он лежал и все. И вот я так прям не подходила и не смотрела. Думаю, открою вместе с вами, когда буду делать обзор. Итак, в наборе два коврика. Размер одного 50 на 80 сантиметров, второй маленький 40 на 30. Набор ковриков, код 522048. Кто еще успевает поучаствовать в этой акции, осталось последние дни каталога, и думал брать, не брать, вроде на картинке одно, а вживую увидеть их совсем другое, поэтому сейчас смотрите и быстрее заказывайте, если они еще остались на складе, прям не раздумывая, заказывайте себе эти коврики. Применить их можно хоть куда, не обязательно для ванны, как говорится, в хозяйстве у нас все идет. Итак, это маленький, вот такой маленький. Вполне себе пойдет как полотенчик. Кухонное полотенчико. Да? Вот все. Для лица можно лицевое вот его использовать. В дорогу взять с собой. То есть вот на тренировки, если ходите, взять. Вот для рук, для лица маленькое полотенчико. 40 на 30. Хлопок. 100% хлопок. Производитель в Турции. Рисунок. Ромбики. Мягенькое. Ворс небольшой. У полотенчика такой вот укороченный, ну, обычный, стандартный. Вот такой вот. И большой, который у нас идет, по-моему, 50 на 80, да, я говорила? Так, сейчас я гляну, где оно тут. Да, 50 на 80. Ну, вот это уже большое полотенчико. Вот так получается. Сейчас отойду подальше. Вот. То есть хорошее. Хорошее большое полотенце. Пожалуйста, можно хоть в ванной, хоть под ноги себе, как и в принципе презентует, да, компания, что положить возле ванны. В общем, вот такое интересное полотенце. А здесь уже, смотрите, ну нет, все правильно, рисунок одинаковый. Получается, это лицевая, ромбики пушистые, а изнаночная сторона
ромбики, вот только очертания, да, а здесь уже просто ткань. И здесь также лицевая, вот она вся махрушка, изнаночная сторона идет у нас вот такая вот ребристая. Вот такие коврики по акции идут, поэтому если кто еще, повторяю, думает, участвовать или нет, то участвуем. А что еще я себе для себя купила? Краску для волос. Оттенок сейчас скажу. Оттенок, по-моему, у меня... Так, 1031. 1030. Да, вот. Еще здесь, когда он здесь. 1031. А код продукта? Код продукта сейчас надо где-то найти, если кому интересно. Код продукта. В общем, 1031. Не могу найти. Слушайте, не могу найти. А, вот он. Вот он, 41623. Так мелко все написано, что не сразу вот здесь вот. Вот. Найдешь. Краску для волос себе купила. Затем купила кисть. Кисть для макияжа глаз. Вот такие вот маленькие интересные кисточки стали. Малюсенькая. Для нанесения теней. И при покупке любой кисти был новый аксессуар, который есть по уходу за кистями для макияжа. Это вот такой коврик. У меня до этого есть, на руку одевается такой каркасный тоже средство для мытья кистей. Я покажу в сравнении потом. Этот мягкий, тот более каркасный. Сейчас, минутку. Я уйду, покажу, чтобы понять, о чем вообще речь идет. Итак, продолжим. Я сравниваю вот с этим. Кто помнит, в продаже есть и такое средство для чистки кистей. Вот так одевается, и тоже Oriflame. Вот он у меня рабочий вариант. И вот так идет. Резиновый тоже. И вот этот новенький, который я, конечно же, тоже приобрела себе. Вот так вот идет на липучечке. Две стороны у него, такая рифленая, и такие пупырышечки более такие большие, объемные, плотные. То есть для большой кисти, для маленьких. Вот, еще себе один, как говорится, аксессуар купила для мытья кистей. Мне очень понравился, мягенький такой, удобненький. То есть можно вообще на липучку раз в ванной прилепил. Ну, чистить не будешь, но, по крайней мере, вот положить можно, чтобы держалось. То есть это просто стоит у нас, а это можно прилепить, и вот она до тех пор, пока не мыть кисть, она может держаться на гладкой поверхности. Это вот новиночка, которая вышла в каталоге номер 12. Сейчас, может быть, быстренько, если пролистаю, я найду эту новинку. Да, вот нашла. Вот смотрите, вот она на страничке. Как раз это новинка каталога, стоит она по акции 249 рублей, если покупаем какую-то одну из кистей на противоположной стороне. И все. А так, если просто один коврик, то он будет 319 рублей. Это цена не для зарегистрированных, а там еще ниже на 20%. Также по акции я приобрела Wellness Omega. То есть самое время... Лето прошло, осень, да, все эти респираторные заболевания начинают, вирусы везде появляться у нас. И для укрепления организма я взяла увлажнение изнутри, это уже омега-3. Следующее, что? А, вот это вот интересная штучка. Это серия Novage, крем для рук, люксовая серия, 50 мл объем крема. А стоит он около 800 рублей, но идет в подарок при покупке новой туалетной водички Giordani Gold женской. Я приобрела эту водичку. Не знаю, как буду носить, честно, потому что для меня, мне кажется, он более такой тяжеловатый аромат. Но впереди осенне-зимний сезон, и я думаю, что в небольшом количестве я смогу носить этот аромат в обновленном флаконе Giordani Gold.
Думаю, все-таки у меня получится с ним завязать дружбу, подружиться. Но поживем, увидим. Поэтому вот новый аромат идет у нас. Не стала в эфире, как говорится, в эфире открывать, время занимать. Сейчас посмотрим. Обновленный флакон. Аромат остался тот же. Обновили только флакон. Дизайн флакона. Посмотрите, какая прелесть. Какие грани. Такой вот он овальный. Ну, я бы сказала, даже какой-то капелькой, что ли. Вот. Ну, красивый. Красивый дизайн стал у этого аромата Giordani Gold. Композиция вся осталась та же. Абсолютно та же. Те, кто вот любил старую, как говорится, версию и покупал Giordani Gold, смело берем в новом флаконе, изменился только дизайн. Все, все остальное осталось то же самое. Красивый янтарный такой вот флакончик 50 миллилитров. Здесь он легко открывается, и вот он, все то же самое осталось. Но вот я говорю, для меня вот он какой-то, знаете, такой вот как тяжеловатый, что ли. Хотя вот сейчас этот аромат идет универсальный. Его можно и днем носить, его можно и на вечер более усилить концентрацию, пару раз еще пшикнуть на себя, как говорится, и усилить концентрацию. Его можно в офис носить спокойно, ну, только вот придерживаемся концентрации. Не надо на себя сильно много переливать, потому что он очень стойкий парфюм. Не нужно, чтобы раздражать вокруг людей и брызгаться вот прям с ног до головы, уливаться, скажем так. Вот это нет. То есть доза допустимая такая вот, чтобы вот едва уловимо был, потому что он действительно, он очень стойкий, он очень сильный аромат. Поэтому, а так он универсальный. Вот хоть днем его можно, хоть на прогулку, хоть куда-то в магазин пошли. В общем, хоть куда. Сейчас он хоть куда. Раньше он был чисто как вечерний. Вот. Была у него такое направление, что вечерний. Сейчас нет. Сейчас вот его в разряд универсального перевели. И все. Поэтому я думаю, что я смогу с ним подружиться потихонечку. Начнем с ним такую дружбу заводить. Буду чуть-чуть на себя и носить. Ну и скажу еще, бывает так, что с возрастом, с годами наши вкусовые предпочтения вдруг почему-то меняются. Если, например, вот раньше кто-то предпочитал только свежие, легкие, прям едва-едва уловимые, потом вдруг в какой-то момент понимаешь, что от тебя тянет совсем на другой уже, на другое звучание, на другой аромат, что хочется попробовать более концентрированный, более такой сложный уже композицию. Ну и вот я как-то так вот начинаю склоняться, что интереснее стало. Ну, тем более зима, холода впереди. И вот эти вот, скажем так, насыщенные, концентрированные ароматы, они уже имеют место быть актуальны. Вот, и хочется согреться, да, согревающие. Уже просто лето прошло, вот это вот воздушное, такая легкая композиция, свежая, она уже как-то вот не так, она у нас отодвигается, и нашему обонянию хочется чего-то такого вот обволакивающего, теплого, такого согревающего, сладенького, или вот как здесь, например, цветочного, цветочной такой композиции, чтобы вот прям вспомнить аромат там летнего сада, цветочного, такого вот сладкого. Вот я тоже себе взяла, думаю, буду-ка я вспоминать лето и наслаждаться вот этим теплом, сладостью и, скажем так, такая вот согревающая композиция. Все, вот это вот новиночка, очень интересный дизайн. Как говорю, я решила попробовать. Не могла пройти мимо новинки. Думала, брать, не брать, но потом все-таки взяла. И, конечно же, к нему шел в подарок вот этот крем. Просто вот, по-моему, за рубль. За рубль шел подарок. Крем 50 миллилитров из серии Novage. Крем для рук. А сейчас вот крем для рук в наше осеннее холодное. Вот у нас, например, холодно. У нас холодно, и прям чувствуется осень-осень на дворе, прям такой вот, знаете, октябрь. Где-то еще тепло держится,
счастливчики. А вот нам в холода сейчас как бы защитный крем очень-очень даже, кстати, подойдет. Поэтому вот все, как говорится, вовремя и все к месту. Следующее, что детские витамины. Оформила подписку на детские витамины для поддержки иммунитета. Еще себе буду оформлять подписочку. Все, начинаем. Это первое у нас. Жевательные таблеточки, мультивитамины и минеральный комплекс. Биологическая активная добавка. Здесь 4, нет, 3, вру, 21 день же, да, 3 по 7. 7 и 3, 21. Вот они, 3 блистера, и в них витаминки. Так вот, вот, 7. По одной на каждый день, до 14 лет. С 3 до 14, из 6, 6, наверное, 6 до 14 лет. Вот, все, апельсинчики. А, набор пробничков. Уант – это новая серия. Формула счастья для твоей кожи. Уход с эффектом макияжа. Будем пробовать. Этой серии полностью посвящен следующий 13-й каталог. Здесь чего только не будет. Прям вот разворачиваем его, открываем и все. И вся эта серия во всей своей красе, что только нет. И я хочу попробовать буквально все, независимо от возраста. Хотя она, конечно же, с 14 лет адресована молодой коже. Но здесь веганская формула. И я думаю, что абсолютно может хоть кто ей пользоваться. Универсальные продукты, хоть и заявлено с 14 лет, но заявлено, потому что раньше 14 лет не рекомендуется пользоваться этой формулой, а так все, что хочешь для любого типа кожи, для любого возраста, можно вполне себе позволить. Здесь средства и декоративной косметики есть. В общем, разворотов много. И сыворотка увлажняющая, и маски, разогревающая маска. Буду пробовать. Я себе заказала пробнички, 2 штучки разогревающей маски. Вот как раз есть возможность из вот таких вот пробничков иметь представление, что же все-таки новая серия представляет, и подойдет ли она мне или нет, прежде чем покупать полностью, скажем так, полноразмерный продукт. Буду пробовать, покажу, думаю, что даже что-нибудь такое сниму, да, вот, например, разогревающая маска. Интересно, я маски люблю. А здесь у нас что идет? Здесь идет дневной крем, крем-гель для лица, потом база под макияж. Вот база под макияж я хочу попробовать, интересно мне. И маска для лица с эффектом обновления. То есть это с эффектом обновления идет, а это идет разогревающая. Масочка очищающая. Вот такой набор пробничков, очень удобно, да? Раз, или вот такой вот. Затем, что я купила по акции? Я купила вот такой питательный коктейль для контроля веса. Мне очень нравится шоколадный. У меня есть ванильный, но шоколадный мне как-то больше зашел, и мне он больше нравится. Он вкуснее, чем ванильный. Ванильный коктейль вкусный, а вот ванильный коктейль питательный для контроля веса, как-то вот он мне не зашел. Поэтому я взяла себе шоколадный коктейль. А в чем фишка вот этого, почему именно здесь я заказала? Если делаешь в текущем каталоге заказ на 100 баллов, то можно приобрести вот этот питательный коктейль всего, друзья мои, за 799 рублей. Супер! А еще в подарок идет к нему большой шейкер. На тот момент, когда я делала заказ, шейкера не было в наличии, он упал в резерв. Мне, поэтому в следующем каталоге мне придет подарок к этому питательному коктейлю, вот этот шейкер, который у нас идет, сейчас покажу, идет, который объемный, несколько ярусов, не просто вот эти, как маленькие стаканчики были, сейчас найду, попробую, где у нас тут wellness, а именно идет большой, вот он, трехярусный получается, вот здесь вот можно перекус с собой брать, да, на накладке. И вот он такой. То есть шейкер 699 рублей. А при покупке вот этого коктейля, питательного, при заказе на 100 баллов, а вам он идет в подарок. Поэтому, если кто
не знает еще такую акцию, обязательно вот, обратите внимание. Я сначала тоже ее пропустила, думаю, чего тут такого. А потом-то я поняла, так ничего себе, 799 рублей, такая вот прелесть. Можно купить, когда делаешь вот большой заказ. И, конечно же, вот я приобрела себе очень вкусный, вкусный питательный коктейль. И в завершение, вот все. Все, сколько, 20 минут. И в завершение это новинка тени. Тенюшечки. Тенюшечки серии The One. Все три, которые в каталоге есть, я себе приобрела. Буду делать сводчи, обязательно покажу. Поэтому следим. Покажу вот так. Вот так они выглядят. Здесь защитная пленочка. Видите? Чтобы не повредить. Красивые. Вот эти вот серенькие вообще супер. А, вот они. Поэтому будем с вами делать сводчи, будем с вами смотреть. Все, друзья мои, я на этом заканчиваю. Ну ладно, давайте покажу. Покажу вам все, чтобы вам можно было посмотреть хотя бы вот так вот визуально, как они выглядят. Вот так. Вот это потемнее, это уже другой. И последний у нас какой? Розовый будет. И вот так вот розовый выглядит. Сделаю сводч, обязательно выложу на свой канал. Да, и вот они розовенькие. Видите, какие яркие. А, красивые какие. И здесь схема, как можно их наносить. А так, кто как хочет, так и наносит себе. Но есть схема. Все, друзья мои, это мой был последний, да. Больше ничего здесь в коробушке не осталось. Обзор по 12-му каталогу. Все, что я приобрела для себя. Следующий у нас будет 13-й. Ну и сделаю сводчи, конечно же. 13-й. Будем уже с понедельника заказывать вот по этому каталогу. Все, мои дорогие. Рада была нашей встрече с вами. Приятных вам покупок. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Пока-пока.